Добро пожаловать в «Авангард». Какие ощущения? Наверняка необычные. Ну да, необычные. Просто 3,5 года не менял клуб, но приехали, все здорово. Половина ребят знакомых. Ребят хорошо встретили. Очень дружная команда. Так что я думаю, эта команда способна серьезные задачи выполнить. Какой был ваш маршрут вот за последние сутки? Что вы успели? Ну, нам хорошо, что дали там 1,5 дня на сбор вещей каких-то. Вот, мы еще там потренировались отдельно, вдвоем с Петей. Но и вот мы сразу прилетели в Новосибирск. Вот сегодня утром прилетели, там поспали не так много, часа 4, может быть. Вот приняли участие в тренировке. Что это была за тренировка? Что вы поняли из того, как играет команда? Ну, примерно сейчас, я думаю, хоккей, он везде почти одинаковый. Просто где-то есть свои нюансы, какие-то методы у каждого тренера, у каждого тренера разные. Вот, но немножко после 3 дней отсутствия на льду немножко тяжеловато, но завтра будет раскатка и игра, так что все супер. Положительное ощущение. Нужно поскорее влиться в команду, и все будет отлично. Как считаете, что вы увидели здесь, да, какая команда, на что способна, и какие ее сильные качества, и какие ваши качества пригодятся этой команде? Команда сильная, способна бороться за кубок. Я думаю, ну, будем работать, все получится. Есть ли у вас семья? Будете ли вы перевозить в Омск кого-то? Ну, конечно, приедут. А кто у вас? Все родственники приедут. Завтра принципиальная игра для «Авангарда». Сибирь – принципиальнейший соперник. И насколько вам что-то известно о формате вот этого сибирского дерби? Да, я когда это узнал, я сразу залез в интернет, думаю, с кем игры, и смотрю, просто через 2 дня игра с Сибирью. И, ну, я знаю, ребята же все равно там где-то общаемся, разговариваем. Говорили, насколько это, ну, это примерно, не знаю, как дерби сказать, как вот тот же там «Трактор», «Металлург», «Магнитогорск», тот же «ЦСКА», «СКА», там, ну, вот эти вот. Это супер. Я считаю, что попасть именно на первый матч такой, это и поможет, наверное, быстрее влиться в команду через такие матчи тяжелые. Так что все супер.